Маниш, маниш. И как она? Маниш, да. Евровидение-то кем катнашет, кем-то влезли? Манижа. Я бы хотел Little Big, чтобы поехали, потому что они очень крутые. Сбор Кураманда. Поле-поле-поле, я ж мало. Поле-поле-поле, так мало. Manija asli tojikistonlik. Fuqarolar urushi davrida ota-onasi bilan Rossiyaga ko'chib kelishgan. Yevronigoh qo'shiqlar tanlovida u Rossiyani taqdim qiladi. Qochqinlar, inson huquqlari va xotin-qizlar haqlari uchun kurashuvchi Manijaning Yevronigohda qatnashishi Rossiya internetida bahslarga sabab bo'ldi. Tabiiyki, turfa sabablar bilan uni yoqtirganlar va yoqtirmaganlar bor. Ammo Manijani rossiyaliklar qanchalar tanishadi? Moskva ko'chalarining birida qisqa so'rov o'tkazdim. Bu yilgi Yevroviziyada Rossiyani kim taqdim qilishini bilasizmi? Я не знаю, я не интересуюсь Евровидением. Bu so'nggi kunlarda internetda ham trenddagi mavzu. Нет, я не наблюдаю за новостями. Rossiyadan bu yil Yevroviziyada kim qatnashyapti? Ой, нет, не знаю. Без понятий. Xabaringiz yo'qmi? Я не интересуюсь шоу-бизнесом. Не знаю. Россиядан бу йил Евровидениеда ким қатнашяпти? Ой, нет. Кузатып бормаяпсизми? Евровидениеда ким қатнашятганини билесизми? Ўзбекистонсизми? Билмайсизми? Я не знаю. Хабарингиз йўқми? Я знаю, что в прошлом году Little Big, и жалко, что не в этом году они не будут. 2-3 кундирки у трендлардан тушмаяпти. А, да? Ага. Мы просто не знаем, у нас тут... Да, у меня у нас вообще... Да, так мы не следим вообще. Ну, я бы хотел Little Big, чтобы поехали, потому что они очень крутые. Улар катнаштан воскечишь. А, ну, значит, их дело. Вот, спасибо большое. Не, ну, курмаган ману. Сбор курмаган, да? Россиядан бу йил Евровидениеда ким қатнашяпти? Ну, вчера её показывали. Маниш, по-моему, Маниж. И как она? Маниж, да. Ким о, у хақида биласизми? Певица. Ну, я её первый раз, кстати, я до этого её не слышал. Қошиғини эшитдингизми? Нет, вот первый раз я только её слышал. Бу йилги Евровидениеда Россияни ким тақдим қилишини биласизми? О, я далёк отсюда. Ага. Спросите что-нибудь про спорт, я вам скажу. Манижа. Демак, билясиз у хақида? Да, она из Таджикистана, я читала её интервью на Медузе, вот, но песни, честно говоря, мне не очень понравились, я пробовала слушать, но...